2017 год для Котласской музыкальной школы богат на юбилейные даты. В декабре школа отметит свой 60-летний юбилей, а в апреле 40 лет отпразднует хоровое отделение. К этим событиям преподаватели музыкальных дисциплин готовятся серьезно. Например, одна из первых руководителей хорового отделения Наталья Григорьева приглашает выпускников музыкальных школ для выступления в общем хоре. Мы беседовали с педагогами в отношении репертуара, но я думаю, что двух произведений хватит. Вот. Одно, конечно, будет акапельное. Вот мы думали, что возьмем Глюка, «Праздник хора», это акапельное произведение, и возьмем еще одно произведение, которое сопровождение. Впрочем, участником общего хора может стать любой человек с хорошим музыкальным слухом и голосовыми данными. Юбилейный концерт хорового отделения состоится в апреле. А пока Наталья Григорьева ждет всех на репетицию в ближайший вторник, 31 января, в 18:45 в Школе искусств «Гамма».